Удалось заснять. Погнали. Нихера. Слушай, ну а что делать в такой ситуации? Вот тебе призрак, причем осязаемый, головой проламывает дверь. Блять, нужно дверь заново ставить. Кстати, да, сейчас двери дорого стоят, я столкнулся с проблемой, блять. 8 тысяч с дверной коробкой. Со скрытым монтажом. Ой, строю. Как так, это что, если дорого. Мне... Так, меня начнет дверь ломать, я ему голову откручу. Ты привидение, не привидение, денег у него нет явно, если он такой хуйней занимается. А тебе нужно к нему подойти и сказать, вот ты богатый призрак, или ты бедный призрак? Вот такой, я призрак бед под ребро. Какие счета? Оплачиваешь ЖКХ, электричество, чтобы двери ломать? Да. Иди-ка ты нахуй, старина. Кстати, вот это очень крутой совет. Это где это мы слышали? Это под моим, даже, может быть, под моим роликом писали. Короче, если вы чего-то в доме боитесь, и у вас там что-то тарелки гремят, какая-то барабашка скидывает, ты просто встаешь и говоришь, кто ты такой, блядь, чтобы бить за мои деньги купленные вещи в моем доме? Я оплачиваю коммуналку здесь, я за все плачу. Сразу не страшно становится. Да, кто ты такой? Какие ты права тут имеешь, чтобы так распоряжаться моим имуществом? Светом балуется, у тебя счетчики крутят. Ты ебанулся. Лампочка, знаете, сколько стоит сейчас светодиодная? Одна нормальная, 280 рублей. Дорогие друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мне очень приятно.